Следственным органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю задержан начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска, подозреваемый в получении взятки в размере 4 миллионов рублей. Активное участие в расследовании преступления принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела. Расследование уголовного дела продолжается.